Всем привет, друзья! Вы на канале Smart From China, с вами я, Александр. Сегодня я хочу вас познакомить с колонкой от компании Tribeat Storm Box Pro. Поставляется она вот в такой вот коробочке бело-оранжевых оттенков фирменных. На боковой стороне написаны основные характеристики, а именно это IP67 влагозащита, Bluetooth 5.3, стерео Party Mode, то есть в режиме ТВС-ки, также помните, как Stormbox Micro может работать либо в стерео, либо в монорежиме обе колонки. Отличное звучание и Long Life Battery, долгая работа от батареи. На обратной стороне характеристик больше нету. Внутри мы находим, собственно, саму колонку и инструкцию с кабелем питания. Руководство, значит, у нас на европейских языках, есть английский, нас интересуют здесь характеристики. 5.3 Bluetooth версия у нас, 40 Вт мощности. Два твиттера по 7,5 находятся по бокам. Колонка это так называемый 360 Sound из себя представляет. И 25-ваттный сабвуфер, который находится снизу. То есть это компоновка 2.1. И также спереди и сзади находятся два пассивных излучателя. Частотная характеристика 60 Гц на 20 тысяч Гц. Батарея 7,2 вольта, стало быть, подключена последовательно. Две банки 5000 мАч часов или 36 Вт часов. 6 часов зарядка 5 вольт 2 ампера и IP67, я уже вам сказал. Сама колоночка, что из себя представляет? Все органы управления у нас находятся сверху. Здесь покрытие очень приятное, тканевое, плотное. Вот эта ручка, предмет отдельной гордости, она просто, ну, очень приятная на ощупь. Сверху здесь такое тиснение, а снутри она гладкая. И все это сделано из такого силикона приятного. Сзади находится порт под заглушкой зарядный и порт для того, чтобы питать от колонки какие-либо устройства. То есть использовать ее в качестве пауэрбанка. Органы управления, значит, у нас кнопка включения, индикатор зарядки, который вот так вот у нас показывает уровень заряда, если нажать на кнопочку Bluetooth, к примеру. Это включение-выключение X-Bus, то есть дополнительного баса, тон компенсации, так будем говорить, и стандартные пауза и пуск, и плюс-минус громкость. Очень удобная вот эта вот ручка для переноски. Кстати, ее в случае чего можно просто отсюда снять, потянув, вроде как, в каком-то видео я видел разбор. Но я не вижу в этом никакой необходимости. Колоночка имеет вполне компактные габариты и весит 980 грамм. Для своей мощности, в общем-то, это небольшой вес. По автономности производитель заявляет чуть ли не 24 часа работы, ну, разумеется, на средней громкости с выключенным X-басом. И у меня нет оснований ему не доверять, конечно, от 0 до сотни я, честно скажу, не проверял. Времени у меня не было, но, тем не менее, колонка на глазах не садится. И на какое-то приличное время работы вам ее вполне хватит. Ну, к тому же, можно подключить ее к пауэрбанку, и она будет у вас заряжаться по USB-C. По качеству приема, благодаря Bluetooth 5.3. В общем-то, к приему вопросов никаких нету. Обычный мой тест на прием Bluetooth по квартире. Колонка проходит легко из одного угла в другой. Связь держит. Далее качество работы микрофона. Вот здесь у нас находится в передней части. Давайте, собственно, мы проверим его работу. Для этого нам нужно позвонить. Оп. Раз, два, три, один, два, раз. Проверяем качество звука в колонке Tribeat Stormbox Pro. Микрофон находится вот здесь, вот в передней части. Сейчас сами видите, до колонки сантиметров 50. И качество звука, я уже послушал за кадром, должно быть очень хорошее. Вот если близко приблизить, будет вот такое вот звучание. Один, два, раз. Раз, два, три. Сосисочное. Задержки при работе у этой колонки по каналу Bluetooth вполне стандартные, порядка 180 миллисекунд. Кстати, здесь у нас силиконовый тоже снизу. Очень приятная прокладка, которая не позволяет колонке скользить. При просмотре фильмов, например, со смартфона Android, никаких проблем особенных не возникало. В игрушках тоже задержка не чувствуется. Если же, например, подключить к компьютеру, тогда задержка при просмотре видео будет все-таки ощутимая. Для того, чтобы не было задержки на ПК,
нужен, конечно, кодек aptX LL. Кстати, о кодеках. Производитель заявляет на официальном сайте наличие в этой колонке кодека aptX, но, к сожалению, подтвердить я это не могу, кодек здесь только SBC. Это было для меня небольшим сюрпризом, потому что, в общем-то, я именно поэтому хотел сделать на нее обзор, потому что она стерео и, как я думал, с кодеком aptX, но, увы, и нет. Ну и пришло время послушать эту колонку. Итак, друзья, что можно сказать по звуку этой колонки? Звучит она, конечно, здорово. Во-первых, достаточно высокая мощность. Во-вторых, бас. Тут он просто великолепный, ну, поскольку здесь отдельный 25-ваттный динамик стоит. Он стоит вот здесь, вот в этой части. Здесь просветы такие, отсюда как раз выходит звук. Плюс два пассивных излучателя. Спереди и сзади тоже помогают басовую составляющую хорошо прокачивать. По бокам находятся два мид-твиттера, так называемых, то есть средневысокочастотника. И они дают нам стереокартину. Колоночка, естественно, сама по себе стерео. Кстати, внутри установлены усилители точно такие же, как в пятом чарджере от JBL. Значит, момент по басу. Максимальное его количество достигается на громкости примерно до 70%. Как видите, здесь еще есть X-бас. Я им туда-сюда игрался в процессе воспроизведения. Вы должны были слышать. Потом немножко характеристика басовая уплощается. Но, однако, это не означает, что там у нас вот так спад идет или середина выпирает. Нет. Как вы можете слышать, колонка сама по себе звучит отлично. Что по итогу? Конечно, меня расстроило то, что здесь нет кодека aptX. Я все-таки рассчитывал на более качественную передачу звука по Bluetooth. В отличие от SBC, все-таки aptX предоставляет несколько выше поток передачи данных. Но в целом я не расстроился. Потому что звучит колонка, ну, на мой взгляд, просто бомбические. На текущей распродаже 11.11 купить ее можно менее чем за 8000 рублей по скидкам. Так она обычно стоила что-то $100-120. Да, Трайбит свою продукцию
несколько выше позиционирует, чем, например, Tronsmart. Ну и, в общем-то, заслуженно. Если Tronsmart – это хорошие колонки по соотношению цена-качество звучания, то Tribeat – это уже отличные, можно сказать. А на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на все мои ресурсы в соцсетях. Дзен, Телеграм, группа ВКонтакте. Всем мира, добра, до новых встреч. Пока!